Всем здравствуйте! Это наш первый видеоотчет в центре лечения БР Давид. Мы общаемся с Давидом с 13 октября. И за это время мы прошли 4 сеанса. У нас есть хорошее улучшение. Что именно? Значит, после первого же сеанса у нас сразу же ушла агрессия. Истерики и агрессия. Если раньше ребенок бил себя в кровь, царапал, бился, бил себя, кусал, то сейчас, как бы после первого сеанса, сразу же эта проблема была решена. Мы, конечно, были очень удивлены, что вот так вот сразу, за один раз, как бы, ну, проблема эта решилась. Сейчас с ребенком можно договориться, он как бы улучшилось понимание речи. Он как бы начал лучше понимать речь, и, ну, естественно, с ним можно договориться. Вот. Что еще у нас улучшилось за это время? Значит, улучшился сон. Раньше ребенок очень долго засыпал. Мы не могли его уложить днем, то есть у нас дневного сна никогда не было. А вечером он засыпал очень поздно. Очень поздно засыпал и просыпался ровно в 2:30 утра, ну, практически ночью. Сразу же с плачем, с криком и с истерикой. Потом, как бы, уснуть он не может, и практически ребенок, ну, как бы, не спит до следующего утра. Получается так. Вот. Это было, конечно, очень тяжело для нас с супругом, как бы, честно сказать, нервы уже на исходе, и, ну, как бы, обстановка в семье была не из лучших. Что у нас еще улучшилось за это время? Значит, ребенок лучше выполняет инструкции, то есть его о чем-то попросишь, и он, в принципе, сразу же практически это делает. Ну, так как я понимаю, потому что улучшилось, ну, как бы, понимание обращенной речи. То есть ему стало понятно, что от него хотят. Вот. Он стал лучше говорить «да» и «нет». То есть если раньше мы его учили этому, он на все говорил «да». Потом он на все говорил «нет». То сейчас он как бы понимает вопрос, и если ему, к примеру, что-то не хочется делать, он говорит «нет», и при этом машет головой. Вот так вот. Что касается нас, родителей, как бы у нас с супругом улучшились отношения. Спасибо вам огромное, Давид, за это. У нас намного приятнее обстановка в семье. Мы перестали доказывать супругам друг другу свою правоту, кто прав, кто не прав. Мы как-то стали друг друга понимать, заботиться друг о друге. Ну вот как-то так. Мы вам очень благодарны за это. Лично я стала больше улыбаться. Как-то я так, видимо, немножко расслабилась, успокоилась и как-то, ну, вот, улыбаюсь чаще. И ребенок это как бы чувствует и, наверное, больше доверяет мне. И как-то вот идет на контакт. Мы вам очень-очень благодарны, Давид, и надеемся на дальнейшее с вами общение и на полное восстановление нашего ребенка. Спасибо вам огромное.